Как-то я остановился в гостинице в Нью-Йорке на Таймс-сквер. И, в общем, вид такой неплохой. Только жалко, что стекло немножко грязное. Это, ну, такая известная площадь Таймс-сквер. И это значит всякие тут реклама и так далее. И значит, небоскребы. Такая погода не очень тут в Нью-Йорке сегодня. Я еще днем здесь не был. Привет.